историю родного края. Будет интересно, я это обещаю. Строились дома, новые улицы, проспекты. Я вам сейчас об этом зачту свои конспекты. И началось тогда, когда страна нужна рассадить. Достали карту, вот и как и место там искали. Надежду полностью поддержал во всем народ. И вот начали строить надежды и заводы. Время не дело, было заводышки дела. Первая школа церковь, провинция росла. Сменилась та задача, ситуация знакома. Мы стали кабаком в честь секретаря обкома. Страна наша большая, героев не немало. За ним из них любого судьба крепко связала. Об этом человеке вам рассказать готов. Знакомьтесь, Анатолий Константинович Серов. Город, мы пусть не столица, зато каждый день надо брать и высота. Из тысячи городов мы выбираем. Тогда они, конечно же, еще не знают.